Гармония сердец. В Запорожье уже в четвертый раз состоялся необычный благотворительный фестиваль. Его особенность в том, что на сцене выступают дети-сироты и дети с ограниченными возможностями. Благотворительность не только бескорыстная финансовая поддержка, но и творческая. Участники фестиваля, который прошел в концертном зале имени Глинки, особенные дети. Цель мероприятия – показать их таланты широкой общественности. В течение 3 месяцев ребята в своих детских домах и учреждениях готовились к выступлению. А помогали им запорожские артисты. Приобщился к благотворительной инициативе и победитель шоу «X-Factor» 6-го сезона Константин Бочаров. Всего в фестивале приняли участие дети из 10 детских домов города и области. Репетиции очень были настойчивы, я очень сильно готовилась и не волнуюсь, потому что у меня все получится, я знаю. Я пою хорошо, никогда не делаешь ошибок. Ну, бывает, делал два разочка, теперь я стараюсь и не делаю. По завершении концерта каждый маленький выступающий получил сладкий приз и памятный диплом.